Всем привет, меня зовут Виктор Полетаев, я игрок волейбольного клуба «Зенит Казань». Сегодня я отвечу на ваши вопросы. Первый вопрос Инесса Кокурина задает. Виктор, вам было тяжело на тренировках из-за того, что вы левша? На позиции диагонального даже удобнее играть левой рукой, а вот в С4 не очень удобно нападать. Никита Рассолов, ваши родители приходят к вам на матчи? Нет, мои родители живут не в Казани, они смотрят матчи по телевизору, в интернете находят. Таня Шантай, ой, это в Инстаграме девочка себе фоткала. Какое отношение к тренировкам хотели бы себе? Ну, если будет какое-то событие, которое я захочу запомнить на всю жизнь, может быть, и сделаю когда-нибудь, пока не задумывался. Регина Нургалеева. Как вы относитесь к своим фанатам? Помогает ли вам их поддержка? Да, конечно, очень помогают, отношусь к ним очень хорошо, стараюсь, там, когда просят сфотографироваться или что-то сделать, для них всегда ко всем относиться с пониманием. Саида Давлетшина. Кто из команды является вашим близким другом? Со всеми хорошо общаюсь, даже неохота кого-то выделять. Так. Теодор Салпаров, Владислав Бабичев, Алексей Спиридонов, Вильфредо Леон. Дарья Улина. Здравствуйте, Виктор, как ваши дела? Здравствуйте, блестяще. Карина Украинцева. Виктор, что вы чувствовали, выходя на поле первый раз? Что почувствовали, когда первый раз в жизни победили? Когда выходил первый раз на поле, я, конечно, не помню, но думаю, было волнение, конечно, потому что в Суперлиге это было в «Зените». Это такой клуб, что всегда оно присутствует, это волнение. Наверное, это такое чувство, которое после первой победы хочется, чтобы оно повторялось как можно чаще. Даша Сафронова. Часто узнаю тебя на улице. Ну да, бывает, особенно когда идешь в чем-то, где написано «Зенит», то часто подходит. А так, если в обычной одежде, ну, бывает, но реже. Елизавета Сульженко. Витя, привет. Есть ли у тебя любимое блюдо из татарской кухни? И вообще, что больше всего любишь покушать? Чпачмаки. Ну, я очень люблю плов. Игорь Тырышкин. Чем вы любите заниматься помимо волейбола? Есть ли у вас хобби? Да, я очень люблю играть в бильярд. Алина Камальева. Вы единственный спортсмен-волейболист в семье, и что подтолкнуло вас к волейболу? Родители у меня занимались легкой атлетикой еще в студенческие годы, так они и познакомились. Отец играл в волейбол, ему нравился этот вид спорта, я это знал. Меня тренер увидела сама, мы шли по улице с родителями. Она, видимо, из-за роста отца как-то спросила, чем я занимаюсь, не хочу ли попробовать себя в волейболе. Ну вот так она меня позвала на первую тренировку, и мне понравилось. Максим Иванов. Виктор, сколько тысяч подписчиков в Инстаграм хочешь набрать до конца года? Ну я как-то не задумываюсь, добавляются хорошо, не добавляются, ладно. Какой-то основной цели в этом не ставлюсь. Магомед Манапов. Виктор, вы сможете мне отправить вашу футболку? Магомед, мне нужен твой адрес. Вопросов было очень много, очень тяжело было выбрать лучший, но лучший вопрос был у Дарьи Улиной, которой было просто интересно, как у меня дела. Поэтому, Дарья, тебе достается эта кепка с моим автографом. Задавайте свои вопросы в соцсетях, используя хэштег «Спроси Зенит» и смотрите «Зенит ТВ». Пока!